Привет, друзья, всем на канале Сельчанка в Америке. Хочу немножко вам новостей сказать по поводу транспорта нашего, который мы подготавливали для Наташиного отца, дедушки. Вот эта машина, вы помните, тут был удар сюда, ну там быстро я все сделал, там немного было. Ну, чуть-чуть надо было, пошло стойка туда, я вытягивал ее. Вот сейчас я поменяю вот эту дверку, потому что она тут с мятинами, такое всякое. Вот, ей что примонтировать, то я за 200 баксов взял целую дверь. Ну и плюс тут она еще, вот видите, такое. В общем, чтобы ее поладить, это останется только... Вот это заделать и все. А так, сейчас я поменяю эту дверь. В общем, что хочу сказать. Машина прошла инспекцию всю. Все хорошо, все отлично. Инспектора проверили. Так что, все, уже документы сегодня. Она уже будет... дома уже, он будет уже на ней ездить. Эту машину, друзья, купили мы за 2800, за 2850, наверное. Ее долго не отдавали. Это 2016 год, GMC Terrain, передок здесь ведущий, это не полный привод, тут 60 тысяч пробега. Так что чистенькая, как раз, даже просто, это просто не знаю, под низом ни ржавчины, ничего нету, так как она где-то стояла просто у человека. Ну, кто-то на ней аккуратно ездил. Ржавчины вообще нету снизу. Кузов просто чистый, так как она, вот как бывает машины из Флориды, из Техаса привозят, вот типа такого. И тормоза просто кто-то, наверное, перед этой аварией поменял. Диски тормозные, колодки тормозные. Полностью вот это все поменянное. Новое стоит. Может, день-два, наверное. Вообще просто и не езженные диски. Так что... уже показывали, ну, кто не видел. В общем, классная. Классная тачана. Красота. Смотрите, какая у нас погодка сегодня. Сегодня был такой туман, и все было белое. Но ветра нету. Нормально. Нормуль. Тишина. Там еще есть туман, так далеко, если еще не отошел. Тоже хочу сказать, друзья, по поводу тех людей, которых мы вызывали. Получается, они будут ехать. Им уже пришли, ну, дали разрешение по этой программе U4U. Но они будут лететь в другой штат, потому что, получается, когда я с ними связался, ну, мы начали говорить о переезде, то уже на них... раньше кто-то подавал, и оно что-то долго не было, его результата. И этот человек, он где-то там, Вашингтон или... не помню, где-то там, короче, та сторона, в общем. То у того человека как раз есть домик, где они могут жить. Покамись, первое время. Ну, а тут главное жилье, знаете. Так что или Орегон там, или Вашингтон, в общем, где-то с той стороны, потому что я говорил с ними. Да, ну, в общем, и прошло время, и мы здесь и сделали документы даже. И, в общем, он говорит, что пришло им с того первого раза. Да, их 6 человек, семья, 4 детей. То
будут они лететь туда. Эти люди, ну, значит, ничего, главное, что у них получилось. Так что вот так. Насчет тех людей, которых мы, кто-то спрашивал там, Наташа говорила в комментариях, писали люди, которые внимательно следят за событиями в сельчанке на хуторе. Не могу дождаться, когда все позеленеет. И вы знаете, как у нас здесь красиво. Так, наверное, сегодня уже начну палатку переносить ее туда, за гараж. Перенести, чтобы она там не стояла. Закрывает всю красоту. С окна ничего не увидишь. А там она будет стоять, не мешать с той стороны себе. И вот что я хочу сказать. Смотрите, вот смотрю на вот эти елочки, да? Смотрите, вот эти большие елки, вот эти елки мы покупали, привозили мы, короче, вот большими такими. Трактор нам выкапывал, я ездил, машина у меня была такая, грузовик, он грузил нам с песком, мы приезжали, копали ямки вот так и садили их, сразу заливали водой, постоянно поливали. И что я хочу сказать, а вот эти маленькие, вот, эти елочки, друзья, они были просто стрючками, вот такими вот. Вы представляете? Какая разница, когда ты садишь большое уже дерево, и когда ты садишь его маленькое, ему прижиться очень-очень легко. Вот эти все маленькие елочки, вот, просто стрючками, такими парусточками просто садились, представляете? И они уже они, смотрите, как, да, они догонят и перегонят. И поливается, там, сказал бы, не поливают. Поливаем летом постоянно. Ну, не постоянно, но так, даже шланг я протягиваю на вот эти большие, чтобы автомат включал, чтобы кормило водой их. А эти сами по себе и такие красивые, растут себе еще. Представляете, что такое маленькое? То есть оно сразу адаптируется, приживется. А эти что-то оно так медленно, не знаю. Да, эти стручки бесплатные, а вот это за это платилось. Поняли? Это мы навыкапывали в лесу стручки эти. Они такие красивые уже становятся. Когда садили, вообще даже не думал. Думал, да так, просто потычу и все. Пусть. А оно, смотрите, как красота. Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Раковина у меня чистая. Смотрите, какая у меня есть рыбка замечательная. Большущая такая. Сейчас я ее буду запекать в духовке. Я ее хорошенько промыла, разморозила. Опа! Чуть не упала. Еще немножко. Опа. Можно пожарить, кто как желает. Но я хочу ее запечь просто на противне. Натру специями. Так, бумажные полотенца у нас закончились. Эту рыбку нам привез, друзья, наш зять. Было 3. 2 уже скушали, осталось. Это в морозилке было. Гена ее вчера достал. Такая красивая, толстая. Я ее заверну в фольгу и просто запеку в духовку.
Желенная-то какая, мясистая. Может быть, мне нужно было... Как же положить? Вот так. Пускай будет. Думаю, еще подойдет. Что сюда? Так, соль возьмем. Эту приправку. И эту приправку. Возьму. Вот такая приправа. Можно и курицу, и рыбу, и свинину и посыпать. Розовую соль и вот такую приправку. Немножечко. Поставлю в духовку и пойду заниматься дальнейшими своими делами. Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка на кухне. Сегодня я хочу приготовить вот такую запеченную рыбку. Есть у меня такая большая, она уже почищенная, красивая. Вот. Мясистая такая, толстая. Видите, какая хорошенькая. И я ее натерла специями, вот такой специи. Сюда можно, этой специей, приправой можно и куриное мясо, и рыбку, и свинину, все подряд. Розовую соль вот такую. Еще чуток. И вот такую приправу, мивина, вегета, кто как называет, я ее очень люблю. И вот... Я уже натерла ее внутри, снаружи. Духовку уже я включила на 400 градусов по Фаренгейту. Сейчас я ее хорошенько закручу. Хотя хвостик вот, может быть, будет торчать. Все, дверь поменял, все супер пупер. Осталась одна дырочка, это для воздуха, пусть так, типа охлаждение будет. Потом ее уже сделаем. Да, я показывал ли вам еще резину? Сейчас я покажу. Резину, друзья, взял я на Navio, $225. Такая, как надо сюда. Надо переобуть. Это сняли с машины. Переобуть надо, заехать на станцию и все. Так что вот так. Все. Дедуля уже поменял. Номер почепил, повесил, все уже. Опять мороз упал. Уже нету мороза, стало слякоть.
просто. Все, стало уже, потому что сразу потеплело на вечер. А с утра пальцы просто мерзли. Так что вот такие дела. Поедет. Время, друзья, кормить хозяйство. Золото просто. Пятнадцатилитровое ведро, друзья. Утром и вечером. Классные бочки. Все в ожидании. Ну, весна пришла. Ничего себе, красавчик. Танцор. Павлик наш. Павлуня. О, ничего себе, видали? Гуси, гуси боятся его. Уля! Уля! Улей! Улюни! Вот туда. Сейчас я им понасыпаю. Одной рукой плохо. Стойки я не взял. Сами. Оля. Олюня. Оля. 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 Оленька. Оля. Я вам расскажу секрет, друзья, который узнал сам недавно. Оленьки. Это две гуски. И вот эта, которая всегда на руки до меня идет, тоже гуска. Потому что я застукал, думал, что это гусак, застукал в рексовой будке, он там, она сидела там, несла яйцо. Уля! Улюня! Так что, две гуски, ну и пусть будет. Пусть будет. Я вам скажу, нет такой свободы, наверное, нигде, чтобы так, как у нас куры жили, как в раю. Сколько у них земли, сколько у них, они не в клетках, они едят натуральный продукт, никакие примеси, ничего. Представляете? Зерно, кукуруза. Да. Так, два петуха уже я вижу здесь. Беспредел. Тами. Тамуля. Тамечка. Думали, курица. Получилось наоборот.
А вот, друзья, я вам покажу. Вот курочка стоит. Вот это такая. А их тут две тоже, да? Две, короче. Одна из них с одним глазом. А почему это? Что-то оно, видите? Которая из них вот это... Наверное, вот это. Первая. Та мама, которая приняла много тогда. И гусей она ж тогда. Помните, когда... А, не, гуси другие, другая водила гусей, черная. Черная тоже, такая добрая она. Мне кажется, что она сидит там на том, на гнезде. Она уже, наверное, мамой себе считает. Тамечка, перестрадал ты, бедный. Сколько тебя тут петух забивал, а? А сейчас ты царь. Ты царь. Да? С большой буквы, батя. Лапой сразу бах и все. Вот там и наш он добрый, он не это. Вот эта курочка, вот что сейчас ест, наверное, она. Ну, их две штуки тут есть, похожие. Это она, мамуля такая была, там, где много было, не помню сколько. Очень много цыплят она водила. Ей тогда Наташе вот подарили, привезли, и она всех их приняла. Или то Наташа, ну да, да, то. Это было летом. Так, ну, чувствую, павлины начинают, скоро начнут свой брачный сезон. Почнется беспорядок. Но он красавец он у нас, красивый, красивый. Перышки такие подрастают. Красавчик, ах, какой. Какой красавчик наш, а? И они очень сильные, друзья. Он даст пилюлей и петуху, и любой курице, и гусю даст. И сам по себе, вот я их ловил, очень они такие упругие, ноги. Просто он если может царапнуть, то это капец. Все танцует возле нее. Красавчик. Ну, все равно они выросли вместе с... О, да, трусит. Вибрация такая. Они выросли все вместе здесь, возле курей наших. Так что просто такой период начинается, и они очень злые. Я видел на видео, где кто-то собирал яйца павлиничьи где-то на дереве, и павлин прилетел. Просто вы не представляете, как он дрался за эти... С человеком. Человек. Две такие девки. И, короче, впоследствии там, наверное, они слетели с того дерева. Я имею в виду девки. В общем, да. А сейчас время собаки пойдут гулять. Так что вот так. А это сейчас я повысыпаю кормушки. И все. Так, друзья, рыбочка пахнет на весь дом, не знаю. Ну, прошло, может быть, где-то час, может быть, полтора часа. И сейчас посмотрим, что у нас здесь. Может быть, еще нужно будет запечь ее сверху, чтобы она была более запеченная. Ой, будет такая вкусненькая. Я люблю с лимоном очень. Ну, в духовку я его сюда не ложила. Я люблю свежим. Можно запеченные овощи сейчас вот положить, чтобы еще немножко запеклись. Такая была хрустящей корочкой немножко.
Ой, горячо, горячо. Так, я думаю, что она еще не готовая. Там я вижу. Вот здесь. Упс, еще видно, как бы. Видите, не печеное такое. Еще я поставлю в духовку, пускай еще тушится. Тоже этой же фольгой вот так немножко прикрою и все. Передумала. Знаете, что решила? У меня есть замороженные овощи. Я их просто вот сюда сейчас высыплю. И рыбку уже не буду вкручивать. Так поставлю просто и все. Есть у меня кукурузка. Немножко сюда, немножко сюда. Зеленый горошек добавим. И капусточка брокколи вот такая. Ничем я ее поливать не буду, эти овощи, как бы, ну, растительным маслом не буду, чтобы было такое, как бы, как диетичное. Пепе. И отправляем в духовку. Прогулочка перед сном в леску. Погода вообще без ветра, без ничего, просто как, не знаю, теплота. Может, уже так и будет. Это было бы шикарно. Все, закрывайте. Сколько отъездила? Два года? Два с половиной года? Да. 25 тысяч наездил. Ну все. Подъезжайте туда, под хату. Я ключ? Нет, я иду, вас отключить. В чьей машине? А, ну круто. Надо еще привыкнуть, конечно, к машине. Сидушечку там пока наставить надо под себя. Он же так подсовывает ее, что я потом залезть туда не могу. Ну, они по-своему. Все, это сразу, друзья, пристегивается. Вот это проехать 3 метра, это пристегивается сразу, поняли? Такая дисциплина уже выработалась у человека. Все.
переключатель передач другой там. Тоже надо ему привыкнуть, все. А все. Попер, дедуля. Это там мой цех так светится. Иду закрою, друзья, курочки, потому что Гена, кто-то ему там где-то уехал по делам. На помощь. У кого-то что-то поломалось, машина. И иду закрывать курочек. Смотрите, как какой-то городок там светится. Вот так. Уже на улице вот темно. Потому что, да, гуси услышали, уже обозвались, отозвались. И вот эти светлячки, смотрите, им уже не знаю сколько лет, сколько мы здесь живем. Я их не убираю на зиму, так они и есть. Сначала были они в земле, затем мой отец их прикрутил вот сюда, на вершочки. И смотрите, светятся, так что нужно будет купить. Я так думаю, на целый огород было бы красивенько, да? Они и лето, и зимой. Так, темно, темно, темно. Нужно закрыть. И смотрите, думаете, зашли? Конечно же нет. Поленьки, приветики. Привет. Как дела? Что, новости какие? Рассказывайте. Никто не обижал. Мои хорошие. Может быть, уже спать пора? Все, уже все выходят. Только услышал меня. Давайте, идите, идите спать. Давайте. Давайте, мои красавцы. Ой, как они рассказывают все. Да, скорее бы весна. И растаял ваш бассейн, и вы будете купаться. Да, согласны, говорят. Угу, да. Все, уже половина вышла. Еще пошла, принесла воды им. И уже будут ложиться спать. Гена говорит, что это у нас две гуски. Ну, я не знаю. И это не проблема, это еще к лучшему. Петя! Ты что такой? Большущий. Что, гусенька моя? Что? Моя красавица. Хочешь тапки? Тапки мои погрызть. Давай. Ну, давай. Так, я вижу, что вы не хотите воды. Заходите спать. А я еще покажу вам, друзья, какая рыбка получилась. Я добавила овощи еще с морозилки, замороженные. И получилось очень вкусно. Еще полила лимоном. Да. Уже ногу. Поленьки! Поленьки! Мои хорошие! Усенька! Усенька моя! Привет, привет, мои красавцы такие. Все, давайте уже идите отдыхайте. Я их загоняю тоже, потому что холодно на улице. Куда? Пускай там греются. Хотя, говорят, гусям не холодно. Ну, нетушки. Лапочки без сапог, без носков. Конечно же, пускай спят там. Угу. Смотрит, как человек просто. Как человечек какой-то. Да, и все что-то говорит и говорит. И ты тоже, да? Все, уже вдвоем. Ой, как ущипнул. Как ущипнул за ногу. Да. Спасибо, не надо мне такой массаж. Спасибо огромное. Да.
Вот такая рыбуняка, друзья, получилась. Уже половину съели. И вот с овощами. Вы знаете, так вкусно. Замороженную просто насыпала. И все. А когда уже на тарелочку, то лимончиком еще поливаю. Получается очень-очень вкусно. Такой вкусный, сытный ужин. И полезный. Главное.